тебе вже голова болить. Не могла знайти ножа получше? Візьми другий нож. Тобі не одинаково, яким ножом. Хоч у них, бачите, такий їхній. Хоч. Що тепер робити? Нічого, доставай. То ти далеко туди впхала. Хорошо. Велетень два штуки доставай. Велетень. Єсть. Два штучки. Хороші сирки. Дальше. Так, раклет должен быть цілим куском, цей, що нагріти нам. Раклет. Є цілим куском 2 кілограми я просила. Значить хороший. Хороший? А по корочки? А по кріснії? Ой, вони прямо як якісь... Тут зроби лампу включи. На світі нічого не видно. Все одно як більше фокусується, видно, він пліснява. Ну не так багато, а тут отак хорошо, да? Ну, в общем, він нормальний, він не перестоявшийся. Та головне, щоб він був внутрі хороший, бо плісінь плісінь, а коли він тут по сирий... Тістові... Там срез, мабуть, з тої сторони більше срез. Ну от, да. Хороший. Раклет вообще вкусный, его до горячего, на бутерброды, на пиццу. Тяжкий, да. Дальше. Тяжкий 2 килограмма. Мункач. Мункач тоже куском будет. В головку дали. А, вы сказали, а знаешь, они сделали больше головки. Я сказала 2 килограмма головку. А, нет, подожди, мункач. Да, мункач, так, он и есть, да. Мункач так и есть. Он без пленки искусственный, он натуральный плесневый. Тоже наче хороший. Да, а ну туда его разверни. О, бачиш, мункач. Клас. Оце можна кушати. Це настояща пліснева. Це не клейонка, не пленка. Ніякий. Герметик, правда, не. Трошки розгерметений, да. Ось такий. Все съедобно, це все натурально. А по тісту дивилася? Нормальний, тяжко на руки, хорошо. Довго говориш. Хорошо, десь селіських должно бути. Ой, одна головка селіська. О, селіський. Ну так. Тут вже його там не побачиш. Ну тверденький. Хороший, тверденький. А, да, твердий. Не такий, не мокрий, да? Ні, не мокрий. Ага. І дві головки таку височеньку. Як одну Лена взяла, вони і височеньку її дали більшеньку. Селіський. Вкусний він такий, внутрі взагалі вкусний. На розрізі покажу. Класний, самий класний. Ну, він самий, ну як не самий, ну класний, в общем. Так, селіський. У Том Кантрі головка должна бути більша. Оцей Олечка дуже любить. Ой, він такий вкусний, м'янький такий, а? Герметик. Герметик. Том. Том Кантрі. Він був Кантрі. Кантрі, Том. Ну, довірно, Бункачу не місто перевочі, побачу. От, отак. Так його, такий він. Хорошенький. Бистро ми його їмо, якщо є сіра. Ну, це раз хороший, якщо да. Вони дали. Сири всі хороші, так? Да? Хороші. Це раз хорошо. Хороші. Так, должен бути ще у нас свірш. Свірш. І все. Чи ми не брали свірш? Не свірш. Ми угорський брали кілограм. Угорський. Угорський. Ну, тут іскусственна пленка. Ну, так, да, в ньому іскусственна ще є. Чи шир теж там іскусственна зелена. Ну, це вже витримані. Це вже витримані. Це напіввитримані, а це витриманий. Хороший, так? Да? Да, вон. Бачу. Тісто хороше. Да. Ага. Хороші сири цей раз. Хороші. Тільки він біловатий щось. Жовто, може, молоко не таке жирне. То був жовтоватий, це біловатий. Так. Ну і все, по-моєму. І все. А, і все, так. Да. Накладної, правда, нема. Накладної нема. Ну, вже не ставлять. Ну, що хочу сказати, цей раз сири хороші. Сири хороші. Отакі сири. От як я їм сказала, не різать, тому що вони той раз порізали по кілограму.
Вот разрезали, например, головку. Вот мне тут надо было 2 килограмма. Да, и они по куску. По куску мне так не надо. Тут тоже они робили по куску. Хотя чего, так было хорошо. Не, не надо мне там деление. Я сама себе поделю. И том лучше брать его. Он вот такой, два чуть-чуть бывает головка. Вот такие головками хорошо взять. Я себе тай дома керу, как хочешь, тебе нравится. Велетень. А велетень у них были такие в коробочках, да? Такі вони були, як називаються ті коробочки. Зараз без коробочки. Шпонові, так. Да. Хороші шпонові коробочки. Тобі дати можна, тобі дати коробку. А ну покажи, яка там була. Це він з плесінню. І ще був у них... Можна витащити і положити в коробочку. А ну. Це ж вони, це їхні, ну, да, коробочки шпонові. Ти хочеш положити? Був велетень, а був другий. Як ще називався я один? Я не знаю. Їх два, один з плесні. Хоч в коробочку положи. Як уже будемо кушати, один можна в коробочку положити. Ну то можна положити. Ну так вони в вакуумі. Та нема тут ніякого вакууму, а тут розвакуум. Вже розвакуум. Що я хотіла ще сказати? Їх хорошо так в гарячій і з гарячою їсти. Ай. І там біла плесінь така вкусна. Як же ж той другий називався? Макрон. Як на ми. Не помниш? Не помню. Ой, він такий прям аміачний, прям аміак був. Ух, не кожен його буде їсти, но... Ну, теж відкрити, ні. Ну, да, ложи, мені, це мій, а ти собі свій, як хочеш, ложи. Набула була. Та яка різниця? Його ж зняли, зараз з производства немає, але він взагалі такий класний велетень був. Вонючий. Вонючий? Не говори, так він все пахне. Ой. Ой, як він тухлий капусти. Ну він пахне вообще. Його як в'їсти, його якщо попробувати, ребята, раз попробуєш і потім будеш ходити, і в тебе оця аромат оцеї плесені. Оцей гриби, вони ж, понімаєте, вони прям входять в голову, в мозги. Типу, а ну, візьми в холодильнику контейнер. Більший. І там прям оцей, да. І там прям в голові, оце, я як весною беру його, то ходю на огороді, щось роблю. Сюди кладу? Да, сюди. І сразу йдеш домой, тому що він прям на смаку, понімаєте, як на смаку цей, оце плеснева цього сира. Так, ну і я відео знімала, не знаю, не загрузилася, мабуть, ще відео, побачити, чи той перший, чи цей перший. От, раз морозила я цілий контейнер клубніки. Зараз подивимося, наскільки кілограм, тому що я без окулярів з утра знімала відео. 2,8, ну да, так я казала, 2,5 кілограми і 3 кілограми. Тут клубнічка, тут наша клубнічка сьогодні. Яке число 25? Март місяць, 24 марта, і ми от свою клубнічку розморожуємо і кушаємо. Дивіться, яка ароматна красота. Ароматна красота. Постепенно з морозилки достаю, ставлю в холодильник, і постепенно цей лід буде розмерзатися. Якраз до завтра, сутки півтора, і все. І очень-очень вкусно. Так. Хто дивиться мене із жителі території України, не знаю, як в другі країни такі сири йдуть, що хочу вам сказати, мальчики і дівчатки, як купляти отой сурогат, лучше купити настоящий сир із хорошого молока. Корови в них тут джерсійці, ці, що в них молоко жирне. Так що це зі Львова сир. Сир, сирні мандри, є сайт, можете загуглити в, як його, господі, в Google, сирні мандри, і зайти до них на сайт. Є в Фейсбуці, і от я вам ставлю номер телефона. Якщо ви дзвоните, не можете зв'язатися, напишіть в Viber. В Viber, потім, я навіть, що я в них постійний клієнт. Понятно, девочки заняты десь на магазине, десь продають, десь, по-моему, у них 2 рази в неділю відправки по Україні. От, заказуйте, ребята, сири. Є різні сири. Ми всі сири, які там є, перепробували.
и с трюфелями, и гауда, и с чим же там таким темным було. В общем, всі сири, які були, ми там перепробували, кроме козиних. Да, кроме козиних і овечих, всі сири, які є в сирних мандрах, ми всі сири перепробували. І до є такі сири, до яких у нас больше и больше, больше внимания, и мы их заказываем на постоянной основе. И есть такие сыры, где мы трошки изменяем вот, желания свои и приобретаем. По цене эти сыры от 600, 700, 500, 900, 800, 1100. Вот эти 1100 за килограмм. Вот, так что заходьте на сайт, заказывайте, все упаковывают. Мы даже летом в жару брали, и в жару даже, по-моему, дуже багато, что 4 посылки мы брали. Все они там делают якоюсь, як від льда такой штукой. Все приходило, заказали в четверг, мы даже видео снимали, заказали в четверг они нам все пофасовали, в пятницу отправили, сегодня воскресенье получили. Львов, Первомайск, Николаевская область. Все, очень быстро. И вы хотите поддерживать наших производителей, наших ремесленников, наших фермеров, наших землеробцев, сельчан. Пожалуйста, поддерживайте их. Поддерживайте именно таких участников. Тем более, что это не суррогат, это не пальма, это именно в правильных помещениях это все выставляется. Технологии. И плюс эти люди, они обучались во Франции, тут закваски тоже французские. Так что, ребята, заказывайте, сыры недорого. Я не знаю, почем суррогат продается в магазинах, в ларьках, на базарах, и где вы там эти суррогаты покупаете. Я не знаю их цену, возможно, они где-то там 200-300 гривен килограмм, может 400, может 500, может 600. То вот эти вот сыры, вы можете зайти, там написаны вот такие вот штучки. Вот такие вот штучки по цене, то написано за 250 грамм. За 250 грамм. Потом берем и умножаем на 4, получаем по килограмму. Вот смотрите, это натуральные сыры по сравнению с теми суррогатами, которые есть в магазинах. Вот, так что выбор остается за вами. Вот, но кто був в поиске натурального продукта, там и творожки, и йогурты, в общем, все, и сладости, и вина, все, 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 заходьте, яйца там даже продаются, ну, заходьте до них на их сайт, общайтесь, заказывайте, пробуйте, мы пробовали все, ребята, все пробовали, потрошки брали, там и конфеты, и сладости, там какие-то хлебчики, хлебцы, там все есть. Есть в Фейсбуке сырные мандры, набирайте, там и сторисы они загружают. И только в Фейсбуке я бачила их. Не знаю, в Инстаграме есть они или нема. В Фейсбуке я была в поиске сыров, очень была в поиске сыров. Но мне это все понравилось. Мало того, что это натуральный продукт, то, что сыроварня там в горах находится, и все там нержавейка, кафель, чистота. Секундочку. И что хотела сказать? И качество молока. И качество молока. Это вообще идеально. Я не знаю, как оно будет дальше, но хотелось бы, чтобы именно производители таких сыров в Украине остались, развивались, не работали только на Европу. Потому что есть производители, которые работают на Европу. И в Украину они не продают, потому что нахер на Европу... Нахер забили. Нахер забили, да. Потому что на Европу они продают за евро. Там за евро, а тут бедноті, нищеті, які все дорого, конечно, невыгодно. А наши скавульчат все дорого-дорого, но суррогат, оту пальму идут, жрут, потом опливают до безобразия, стают похожи на непонятных каких людей. Вот. Ну, это ваше життя, ваше здоровье в ваших руках. Вот. Так что выбор за вами. Кто прислушается, то и может заказать. Связывайтесь. Вот номер телефона, вбивайте в Viber. Кто есть в Фейсбуке, в той колонии Фейсбука. Я есть в колонии Фейсбука. Ну, кто есть в колонии Фейсбука, там тоже вбивайте сырные мандры. Там есть и обычный сыр гауда, если вам надо. Кто без плесени не хочет, кто не хочет с плесенью, есть гауда.
Есть там, можно подивиться, разные там есть, гауды, шмауды, вот это все есть, они раннего срока созревают, там за месяц, за два. Вот, все это есть, выбирайте с труфелем, с пожитником, все есть, мы все пробовали. И не, это, говорю вам сказать, и не первая сыроварня, с которой мы сотрудничаем, но есть такая сыроварня, где лучше туда не заходить вообще. Люди отправляют, мы брали такими головками, там по 5, по 6 килограмм головка, и люди просто швырляются и берут деньги, и никакой не ответственности не несут. Хотя человек по сыроварне был нормальный, а вот супруга его, как поставщик, была трошки невменяема. Вот, так что тоже, тут тоже великую роль играет. И плюс потом у них из-за такого отношения люди от них уходят, сыры у них портятся. Но у них было в камере вот этой скафеля с железа там сделано, то есть ну, там искусственно, да. И они начали варить там плавлені сыры. Плавлені сыры робляться из того, что сыр испортився, и тоді его перетаплюють, делают плавлені. Если пішли потоки плавлених сиров на производстве, значит все, можно его десь кудись подальше отправлять и больше в него не заказывать, потому что понятно, что в него йде возвратка и так далее. Вот. Это себе больше кусочек. Да, разница. Иди с ваш, переваж, если это самое а больше. Я могу переважить. Ну, откинь для себя на интерес. Правильные они были там. А там... тут бумага может играть. Да, господи, одинаково там бумага запечатана. Ну, что там пишут? А что, они же там же через веса хиба идут у них. Ты сюда не заправляй. А, бач? Что? 215 и 225. О, 10 грамм. Ну, ты как маленькая, бери себе больше. А чё тут? Це тільки більше. Тобі надо більше, надо більше. Ну на. Я як старша, мені дай більше, якщо хочеш ти меншенька, то можеш взяти собі більше. Так, що такий обзор я зробила. Я довольна, що ми сир отримали, що це все вкусно. От їм, якщо хочуть подивитися. Да. Ща. Та близько не туляй в очі. О, оце настояща пліснєва. Оце пліснєва. Оце плесень, вот, видите, знаете, она такая вкусная, такая. Если вы вообще не знакомы, возьмите один всего лишь возьмите, попробуйте, он вкусный. А кто гурман, то пускай может взять больше. Кто знакомы с такими сырами, пускай, ну, ты еще будешь сейчас кушать, ты его утопила. Ну, хай тут будет. Да, хай будет. Вот. А кто знает такие сыры с винами, дуже хорошо, ну мы вот с клубничкой. Все, ребята, всего вам доброго, всего вам наилучшего. Заказывайте сырные мандры, сыры, номер телефона вам оставляю. Вот, с вами была Хитрук Елена. И наша чистосердечная рекомендация. Да, мы не работаем за рекламу, за це все я заплатила деньги. За самый вот этот сыр, который тут находится на столе, я заплатила 5600 гривен. Плюс доставка скільки була? 140? 142. Ну, 140, да. 5600. І заказуйте клубнику таку от. А, по клубничці я теж робила обзор. Клубника в ограничених количествах. Трошки розсохнеться на городі. Я викопаю, хто заказував, відправлю. І остатки там уже, якщо останеться, остатки то вже будуть на продажу. Все, ребята. Ну, візьми від колупни чуть-чуть сиру попробуєш. Ножиком надо было порезать. Достань его, потому что он топится. Где он топится? Утопився. Это самое. Сейчас давай врежу. Так я тоже думаю, что тебе надо его врезать. Сейчас я врежу. Сейчас. Кажи, сейчас я врежу. Ну режь, у меня время. Да режу, сейчас же секунду. Руки, пальцы себе не порежь. Ну так, то же ты смеешь. Что, на кухню далеко идти, да, с секатором? А я, кстати, если ты знаешь, я всегда так роблю. С этим секатором? Ну да, тут холодильник. Ты возле холодильника все секатором режешь. Ой, який він красивый. Оля. А який він, ребята, красивый. Я не хочу брать, хай вона уже своими руками бере. И плесень, вот это вот сера красива. Я сама бачу, боже, який він красивий. Гляди, я попробую, як мені понравиться, я можу просто його віддільно ще заказати. Головок собі 5, 6, 10. Кинуть холодильник 25. Я його люблю, я взагалі як дурманюся від нього.
А ну, показывай, какая красота. Ой, ребята, він такий вкусний. Як саме-саме дороге мороженое в мире. Самый-самый дорогий сир в мире. Ну, він внутрі тверденький, такий з пупиришками. Боже, як це все вкусно. У мене аж жилудок починається ззаді. А снаружи він... Бачиш?